Ребята, возможно, смотрят за мной, наблюдают, как у меня все быстро передвигается на канале, как много добавляется контента и так далее. И становится вопрос, как я все успеваю. Вон, прическу какую-то замудренную сделала, и макияж, кофе с собой взяла и так далее. А я, как говорится, стритфуд, приготовленная дома, но не было возможности по времени, скажем так, успеть сразу это дома съесть, поэтому я взяла с собой. Почему нет? Предполагала, что я в транспорте это съем, потом решила никого не дразнить запахом. И как раз получилось, сейчас пока жду, самое время пообедать, когда уже люди начинают ужинать, наверное. В общем, из всего варианта можно найти какое-то решение, и можно найти время для того, чтобы успеть достаточно многое в течение ограниченности в том самом времени. До новых встреч!